Евгений, какие особенности процесса голосования вы заметили? Ну, во-первых, эти выборы характеризуются достаточно высокой явкой. Даже по той информации, которая была по состоянию на сегодняшний день голосования, день выборов фактически, многие избиратели в тех штатах, где эта процедура закреплена законодательно, воспользовались правом так называемого досрочного голосования. По состоянию на утро 8 ноября, на день выборов, более 43 миллионов американцев проголосовали досрочно. Этот показатель, скорее всего, побьет все рекорды предыдущих выборов по досрочному голосованию, потому что в этот раз действительно явка на избирательные участки до дня голосования была рекордной и беспрецедентной. Во многом это, конечно, связано с тем, что внимание к этим выборам, ну, мы это даже в Украине чувствуем, да, в США так тем более, оно является просто огромным. Действительно, можно сказать о том, что американское общество разделено по принципу политического выбора своего, накал достаточно этого противостояния серьезный, и, конечно, конфликт между Хиллари Клинтон и Дональдом Трампом был оформлен очень и очень серьезно. То есть настоящий политический конфликт, настоящие конкурентные выборы, и, что самое интересное, с абсолютно непредсказуемым результатом. Если еще 2-3 недели назад большинство аналитиков, экспертов и стратегов практически безапелляционно признавали, что Хиллари Клинтон будет следующим президентом США, то вот последние 2 недели что-то начало меняться в исследованиях, в социологии, и мы начали видеть то, что шансы двух кандидатов начали уравниваться. Да, с одной стороны, это были достаточно плохие новости для штаба Хиллари Клинтон, тревожные, если так можно выразиться. Но с другой стороны, это достаточно сильно мобилизовало как саму команду Хиллари Клинтон, так и ее избирателей. Потому что действительно была достаточно большая проблема. Она заключалась в том, что избиратель Хиллари Клинтон был достаточно демотивирован. На фоне заряженного, мобилизованного, пускай, возможно, количественно и не такого большого, электората Трампа, как у Хиллари, но электорат Трампа является сверхмотивированным в этих выборах. А как мы знаем, в Соединенных Штатах Америки выборы очень часто делает явка, потому что даже особенно в ситуации, когда рейтинги кандидатов достаточно близки друг к другу, то начинает срабатывать такой фактор, как собственно, явка твоих избирателей на избирательном участке. То есть кто больше придет, кого больше придет, тот кандидат в результате и выиграет выборы. То есть, тогда даже может быть выше рейтинг по стране, но если ты лучше сработал со своими избирателями, ты лучше их мобилизовал, ты лучше их призвал прийти на избирательные участки и проголосовать, то у тебя и больше шансов на победу. Поэтому мы видим, что в принципе все штабы, оба штаба, точнее, да, два штаба, в плане вот этой мобилизации избирателей на голосование работают очень эффективно. И конечно, эти цифры по досрочному голосованию – это один из главных вообще признаков того, что кампания по мобилизации собственных избирателей и у штаба Трампа, и у штаба Хиллари Клинтон прошла достаточно успешно. И сегодняшние очереди, которые мы видим на участках, тому пример. Да, ну я бы также вернулся, да, вот к этому вопросу о антирейтинге двух кандидатов, о том, что американские избиратели сегодня делают выбор от противного. Да, это тоже огромный фактор мобилизации. И мотивация проголосовать против, не допустить к власти ненавистного себе политика, она тоже очень сильно влияет на активность избирателей. Поэтому по результатам сегодняшнего дня мы, как минимум, увидим достаточно глубокую и очень активную вовлеченность общества в процесс голосования. Безусловно, огромная часть общества будет разочарована результатом президентских выборов, потому что, опять же, повторюсь, конфликт оформлен очень серьезный, накал очень большой, градус противостояния очень высокий. И, конечно же, значительная часть американского общества будет очень и очень разочарована именем нового кандидата в президенты в ближайшие, ну, фактически в ближайшие часы. А когда, собственно, с именем нового президента наступит ясность? Можете ли вы спрогнозировать, после голосования в каких штатах, например, мы сможем судить более-менее уверенно о победе того или иного кандидата? Ну, надо отметить, что подсчет голосов происходит в Соединенных Штатах Америки достаточно быстро. Более того, на протяжении дня мы видим огромное количество всевозможных исследований,
экзит-полов и промежуточных результатов даже с там, самых маленьких участков, где, например, там голосуют до 100 человек. Вот мы уже видим такие новости из Нью-Гемпшира, например, да, где есть участки, где есть, например, 50 человек, они заканчивают свое голосование, избирательная комиссия подводит итоги. Да, нормально меня видно, все в порядке. Вот. Также стоит отметить, что все основные штаты, так называемые колеблющиеся штаты, в которых и будет решаться судьба этих выборов, находятся ближе к восточному побережью. Это значит, что голосование в них закончится раньше. Это такие штаты, как Огайо, это такие штаты, как Флорида, это такие штаты, как Северная Каролина, Вирджиния, Пенсильвания, Нью-Гэмпшир. И это во многом те территории, те штаты, которые решат исход этих выборов. То есть это штаты, где неизвестно, кто из кандидатов победит. Но если Хиллари Клинтон и Дональд Трамп возьмут выборщиков от этого штата, заберет себе, то фактически мы уже не должны будем дожидаться голосования, которые будут проходить в центральной части Америки, на западном побережье, на северо-западе. У нас, в принципе, уже все будет понятно по состоянию сегодня ночью. То есть это где-то утром среды по Киеву. Результаты выборов будут решены. Очень важный момент. Если Хиллари Клинтон выигрывает Вирджинию, выигрывает Нью-Хэмпшир, выигрывает Пенсильванию, то фактически остаются три штата, которые будут решать исход этих выборов. Это Огайо, Флорида и Северная Каролина. Хиллари Клинтон для того, чтобы полностью разбить Дональда Трампа и победить на этих президентских выборах, надо выиграть в одном из этих трех штатов. Дональду Трампу для того, чтобы иметь дальше понятный и ясный путь к набору 270 голосов выборщиков, необходимо забрать все эти три штата и дальше уже тогда ждать результаты голосования из Центральной Америки и Западного побережья. Поэтому в этом смысле интрига может немного продолжиться, если Дональд Трамп выиграет и Северную Каролину, и Флориду, и Огайо. Как бы вы охарактеризовали присутствие российского и украинского фактора в повестке дня этих выборов? Ну, о российском факторе в американских президентских выборах, наверное, в Украине говорят больше, чем внутри самих США. Фактически здесь российский фактор, или там фактор российского влияния, если так можно выразиться, практически отсутствует. Несмотря на то, что российские медиа достаточно серьезно льют воду на мельницу Дональда Трампа, и также очень многие российские аналитики говорят о том, что это не имеет никакого серьезного стратегического расчета. Скорее всего, является проявлением некой позиции по ситуативному такому политическому моменту, потому что Трамп во многом остается темной лошадкой не только для многих американских избирателей, для американских элит, но также для любой другой страны мира, как для Китая, так для России, так и для соседней Мексики. То есть до конца нет ни одного, наверное, человека в мире, включая даже там, наверное, пока самого Дональда Трампа, который мог бы ответить на вопрос, каким Трамп будет президентом, в том числе во внешней политике. Да, то есть это человек без серьезного политического бэкграунда, и очень тяжело понять, какими его действия будут в дальнейшем. Но российский фактор присутствует достаточно серьезно в медиаплоскости. Потому что, наверное, это первые выборы президента США, когда российские информационные каналы, каналы доставки информации, которые управляются и менеджерируются российскими медийщиками, да, имеют столь большое влияние на избирательный процесс здесь. Действительно, канал Russia Today, их интернет-сайт и их многочисленные аккаунты в социальных сетях постепенно, но делают свое дело. Но здесь нужно понять, как устроен рынок американских медиа. Дело в том, что практически все телеканалы, практически все крупные американские вещатели являются однозначными сторонниками той или иной политической партии, являются достаточно ангажированными средствами массовой информации в избирательном процессе. Поэтому американский избиратель, которому надоело по каким-то причинам партийная пропаганда обоих штабов в американских медиа, действительно находит
определенную отдушину, если так можно выразиться, в, например, в английской версии телеканала Russia Today, которая очень активно работает на американскую аудиторию, расширяет зону своего покрытия и предоставляет, на взгляд очень многих экспертов и аналитиков здесь, представляет американскому избирателю достаточно качественный информационный продукт. Внешне достаточно объективный, представляет все точки зрения, дает разные позиции, но между этим на самом деле работает достаточно серьезная манипулятивная технология, которая больше работает в пользу Трампа, безусловно. Потому что, ну, например, там такие спикеры, как, скажем, Джулиан Ассанж, основатель WikiLeaks, который вот, продолжал сливать, в том числе, очень многие материалы непосредственно по Хиллари Клинтон, он самую большую медийную площадку для раздачи своих тезисов получал именно через канал Russia Today. И мы реально встречали огромное количество людей, которые подписаны на их аккаунты в социальных сетях и, как правило, сторонники Трампа, и которые в реальном режиме времени, как один из каналов доставки информации, смотрят Russia Today, читают их интернет-сайт. Поэтому, да, стратегически, конечно, Россия имеет здесь очень неплохие позиции в медиа, усиливает это свое присутствие, приглашает на Russia Today очень многих американских ведущих, экспертов со старого доброго американского телевидения, которое было еще 20 лет назад, да, не было такого засилия партийной пропаганды. Ну, например, самый известный из них — это Ларри Кинг. Достаточно серьезный ход российских медийщиков и российских пропагандистов пригласить его на канал RT. Ну и многое-многое другое. Украинский фактор на американских выборах, он, ну, возможно, тоже, глядя из Украины, он слегка преувеличен. На самом деле штаб Хиллари Клинтон реализовывал определенную стратегию по переманиванию электората под названием «американцы украинского происхождения», да, на свою сторону, потому что в этих выборах тоже многое перевернулось с ног на голову. Республиканский кандидат обычно всегда является главным кандидатом для избирателей американцев украинского происхождения, а за демократов украинцы Америки никогда не голосуют, по большей мере, да. В этот раз действительно произошла такая ситуация, когда Дональд Трамп себе позволил несколько, ну, если так можно выразиться, неоднозначных высказываний по поводу российско-украинского конфликта, и по поводу Путина, и по поводу России, что, в общем-то, дало возможность Хиллари Клинтон совершить такую небольшую интервенцию в это электоральное поле, в особенности в нескольких ключевых штатах, где будет решаться исход этих выборов. Не сказать, что этот, как бы, марш-бросок в это электоральное поле американцев украинского происхождения был для демократов 100% удачным, потому что многие из них продолжают быть настроенными очень консервативно. Многим нравится вице-президент Дональда Трампа Майк Пенс, который занимает достаточно антироссийскую позицию и достаточно проукраинскую, является таким ярым представителем платформы республиканской партии. Он очень отличается от Дональда Трампа в плане риторики по всем этим процессам. И, безусловно, то, что говорит Майк Пенс, очень часто ласкает слух избирателям Америки, которые имеют украинские корни или украинское происхождение, либо по каким-то причинам внимательно следят и сопереживают сегодня украинскому народу. Ну, отчасти, конечно, многих этих избирателей себя заберет Хиллари Клинтон, потому что ей удалось гораздо лучше и качественнее спозиционироваться как человек, который в том числе будет защищать Украину и помогать Киеву решать его проблемы в противостоянии с Москвой. Но будет ли это так? Понятное дело, что мы все можем находиться в плену большого количества стереотипов, клише, мифов, которые во многом специально, искусственно навязываются в этой избирательной кампании. Поэтому однозначно об этом судить на сегодняшний день не представляется возможным. Я напомню, что именно администрация Обамы, это была именно администрация демократов, которая последовательно блокировала любые решения и попытки республиканцев Сената и республиканцев Палаты представителей предоставить Украине летальное оружие для защиты своих национальных интересов в российско-украинской войне. Поэтому об этом надо помнить и также не полагать огромной надежды на того или иного кандидата, потому что в любом случае все будет решать большая реальная политика.
Еще такой вопрос. Существует ли возможность пересмотра результатов этих выборов? Вы отметили, что жесткое противостояние между сторонниками двух основных кандидатов. И может ли быть так, что результаты выборов не будут признаны сторонниками одного из них, что повлечет за собой дальнейшее разбирательство, противостояние в каком-либо виде? Ну, безусловно, да. Трамп, он постоянно делает заявление о том, что он не примет никаких результатов выборов, кроме своей победы. Да, так выражаясь таким сленговым языком, кошмарит американский истеблишмент, элиты демократической партии, отчасти общества. Но также это является своего рода технологией мобилизации электората, и это также все понимают, кто более-менее связан здесь с политическими технологиями. И все также прекрасно понимают, что у Трампа, как у возможного проигравшего кандидата, существует не так уж и много путей в законодательном поле, где он может протестировать или каким-то образом протестовать результат выборов. Но самое главное, что надо понимать, победа Хиллари Клинтон, если она состоится в ближайшие сутки, она будет абсолютно легитимной, потому что большая часть американского общества, включая сторонников республиканской партии, сторонников Дональда Трампа, ну, возможно, за исключением наиболее заряженных и пассионарных, готова принять результаты этих выборов. Потому что на протяжении очень долгого времени Хиллари Клинтон была просто безусловным лидером рейтингов. И как-то американское общество уже успело смириться с тем, что Хиллари Клинтон будет следующим президентом как минимум на один президентский срок. И сегодня по всем последним цифрам, по всей последней социологии, этот показатель остается достаточно высоким. Около 70% американских избирателей готовы к тому, что Хиллари Клинтон будет их следующим президентом.